Татьяна Николаевна, слушайте, ну понравилась мне вся эта процедура. Что? Ну, лечение, как это все происходит. Это, а у вас, я смотрю, такое сложное оборудование, вот техника всякая. Угу. У вас какие применяются, каких фирм? Фирм? У разных ведущих фирм. У нас установки фирмы Кава, наконечники все. Микроскоп ЦИС. То есть Кава — это как бы специалист должен понимать, что вы сейчас что-то такое очень серьезное сказали. Хорошие, да, очень установки. Да. Ну, есть, конечно, прям уровни VIP, наверное, но это просто хорошая, добротная, качественная установка. Обслуживает все это, ж такая сложная техника, кто это все обслуживает, какие техники специальные. У нас заключен, да, договор с сервисным центром, постоянно проводят всякие техосмотры, сервисное обслуживание, ремонт, если нужно. Я так понял, немецкое, итальянское, какое оборудование? Немецкое. Немецкое, да. В основном все, да? Очень здорово, хорошо. Мягко, так красиво работает. Вот так, дорогие мои. Я, наверное, весь опухший.